I'm alive. Суперсила. Мамина суперсила. Вот да. Такая суперсила. Да, вот такая суперсила у меня. И сильная, да? Всем привет, да? Всем привет. Ляля, вот тут вот лялечка такая, маленькая лялечка. И босяк. И большая, и маленькая, и большая. Мам, Олег. Чё там? Олег. О, пистолет на. Да. На, у нас тут всё есть. Ляля уснула. Класс. Климасик ещё спит. Сейчас я тебе дам Аману. Банан хочешь? Лялечка уснула так сладко и крепко. Клим там потерял свои игрушки. Плачет. Что ты еще снимаешь? Я тебя не снимаю. Что тебе? Да вот сыра бы меньше подъедал. Меньше бы Мося была. Окей, Google. Я тут побольше клади теперь сыра. Саня, как обычно, себе картошку с сыром делает. Я себе отложила. Чтоб без сыра. Еще поджариваю себе капусточку. Красно. С паприкой. Нет, не красно. Вот это мелко уже сгорело, блин. А дай-ка не поджарю. Мне нравится. Что? А, ты не снимаешь? А, не снимаешь. Мне нравится поджаренное, если что. А ты будешь это есть? Ну, чуть-чуть попробую. Он опять ест. Вкусно, вообще сухарь. Помечено. Да, да? Она успокаивает сразу меня. Где? Ой, я прошу, куда-нибудь вывези нас. Нет, вывези меня на природу. Либо... В кафе поедем сегодня, я тебе сказал. Нет. Смотри. За окном такая природа, все расцветает, ничего. Сзади дома сейчас сделаем красоту. Тут мы живем как за городом, мы живем как на природе. Вон дети, вон Клим гуляет на свежем воздухе. Ни дома, ни небоскребы, ни бетон, не ничего, горы, ни дорога, ни машина. Горы. А, ты хочешь гулять? Ты сказала на природу, а не в горы. Вот природа. Я имела в виду горы. А куда еще на природу? Либо в баню хочу. Вот. Тоже общественная баня. Чего сейчас общественная баня? Пусть чуть-чуть еще подрастет. Поедем хотя бы. Ну мы же не в общественную, мы в индивидуальную. А в индивидуальной никого, кроме нас, никогда не было, да? Ну и что? Не, ну как-то... Чем больше микробов, тем лучше. Либо к родителям во двор. В итоге каждый день хочу, но хотя бы на стадион. С моей ленькой. Во двор пойдем к родителям. Куда скажешь, пойдем? В кафе сегодня едем. Хорошо? Соски все пропали. Поедем соски купим. Штуки 4, чтобы да, они раскидать по всем углам. В итоге вот те дешевые соски оказались самые лучшие, чем вот эти дорогущие. Хорошо, что мы их не купили. И они все пропали, да? Ну как дежурная подойдет такая. Все, пойдем. Коляску выносить? Да. Надо вот эти куртки поубирать лишние, которые тут висят. Спасибо, прям вот по ноге мне. Кто достал? Кто достал, я спрашиваю? Ну, может быть, и я. А почему на место не убрать? Вот почему? Почему? Вот так вот, новая коляска опять у нас. Все спрашивают, почему вы не гуляете с этой коляской? Вот гуляем. Еле-еле вырвала у Сайбеля ребенка с голыми ногами, не пускал. Кричал, чтобы я укрыла. Но я хочу на солнышке погреть ножки. Погоняй, у вас дел не проворот, как обычно, не в проворот. Мама снимала, как грядки делают. Мне надо видео принеси, я смонтирую. Это ты что сейчас, помидоры сажаешь? Да. Помидоры, баклажаны. Я тут на стульчике посижу. Сдались. Мама рук не жалеет, я бы в перчатках сажала. Вот ты знаешь, я в перчатках не могу. Кто-то?
мама. Вот тут я. Надо что-то одно. Что ты сажаешь? Баклажаны. Баклажаны. Самые, земля, говорю, как... Самые привередливые. Ой, они самые такие. Вот выросли с 10 февраля. Не знаю. Что, земля? Мама. Бабулька. А Клим, представляешь, яблочко, семечку посадил в цветок домашний, и он пророс. Да ты что? Ну, тот ботаником будет точно. Ботом. Дед принес лимонную водичку. Ой, то, что надо. Пришлось одеть штаны, потому что ни на Ютубе, ни в Инстаграме нельзя даже в трусиках снимать. Вот, теперь можно и поснимать, как Вовка помогает. Бабуля, страдающая перфекционизмом, все идеально, ряд в ряд посажено. А Вовка открыл сезон, да, витамина D. Камушки разбивай. Так, надо же все рассчитать еще ровно, чтобы ничего не перекосило. Ой, блин. Ух ты ж! Пойдем. Только я боюсь, что передержу мякушку на солнце. Мы тут все сняли обувь, ходим босиком по травке. Мартуся уснула, кайф. Прикрыла я ее от солнца. У меня с собой всегда перекус. Вовка забрал грушу, выбрал. Рисунок. Дуванчиков полно что-то. Mm-hmm. Точно, вот так вот вручную все это выбирать, мама, конечно, работка не из легких. Все, домой едем. Тут сплошные земледельцы вокруг. Ой. Что? Земледельцы сплошные вокруг. Потому что мы живем за городом. Да. У нас природа, у нас свой дом. О. Ты что, выкапываешь или наоборот? Наоборот сажаю. Не-не-не-не-не. Вот, проснулись, гуляем. Вот, хорошенький. Ты спать должна. А что, не спит? Ну вот, шумят все. Делаю себе имбирную водичку. Вода, имбирь. Сейчас процежу и добавлю лимончика туда еще с сиропом. Буду пить такую воду в течение дня. Ты что, махаться будешь? Это тебе. Это хорошо. Сакура. Почти что сакура. Ух ты, пахнет как вкусно. Боже мой, это самая лучшая пора. Марта там спит. У нас сегодня второй заход. Мы с Климатиком вышли. Все Клима друзья куда-то разъехались. Вот мы вдвоем гуляем, зато болтаем вместе. Так круто, да? Вовчик с бабушкой Лизой на площадке. Мы сейчас тут походим по району. Мы сейчас поболтаем. К Жорику. Ну да, сходим. Может, он там гуляет. Что, можно свет включить? Не, выключи. Мама, ты фаун. Что там ты принес? Это фаун. Что, Марта спит до сих пор? Да, спит еще. Это фаун. Ух ты. Это фаун. Ой. Что это такое? Это фаун. На, держи, мой солнышко. Там Марта баба. Спит, видишь, в прохладе. Мама, ой, там баба. Вроде. Мам, там баба. У где? Тебя? Ударился, что ли? Да. Очень маленький. Давай. Я вышла на улицу в часов 6, наверное. Начала гулять с ней. Усыпила ее, покормила. Вот она до сих пор спит. Представляете? Ребенок хочет спать, оказывается, на улице.
Ей там свежо, хорошо. Отопительный сезон кончился, воздух у нас почище. У нас на районе некоторые до сих пор топят печку. И всякой гадостью. Представьте, какой ванизм тут стоит. Так, Вовка хочет кушать. Надо будет придумать что-нибудь сейчас. Он же у нас капризулька еще. Авокадо сейчас я ему сделаю. Я тут чуть-чуть над Климом подшутила. Говорю, погуляй с Мартой. Он и воспринял всерьез. Такая буся. Буша на бусину? Буша на бусину? Такая милая. Что такое? Голова болит. Ну, прям уж так сильно? Да. Такая милая Миша. Как будто бы в костюме космонавта. Ага. Кошмонавчик тимой. Ага. Ляля спит. Голова болит? А где, в каком месте болит? Покажи. Вот здесь. Как болит? Ой, все. Можешь, пожалуйста, отстать? А можно тебе настроение поднять? Какое? Ну, твое. То оно у тебя упало. Угу. У меня есть... I think that he is not lying. Yes? Что? Are you sure? Кролики? Вставай. Да вот тебе одна, смотри. Ой, распаковали. А, вот и нет. Да, только не рвать, хорошо? Начни с первой, Клим. Вот еще. Ты с первого тома начал? У меня тут глобальная стирка. Надо все застирать и поставить всю стирку. Я не знаю. Надеюсь, за минут 20 я закончу все это дело. Ох, ты здесь ночной лайк. Клим спит, он просматривает его книжку с фонариком. Интересно, Вова? Мама, он хочет убить вот деда маленького.